Всем привет! Почтальон прибежал. Прибежала, точнее, девочка. Принесла посылочку. Суббота. Ну вот у нас уже часа 3-4 дня. Ну вот принес почтальон. Обратите внимание, фирменный скотч. Это я заказывал на заводе производителя. Сейчас посмотрим, как они там упаковали внутри мой заказ. Опа. Так вот, М3 10×10. Видно, да? Опа. Сейчас. Больше 20 лет занимаются, вот, делают такие штуки. У них на сайте разные прикольные вещи. Это просто бумажка, коробочка. Вот, а это непосредственно сами болтики. Чтоб не заказывать такую фигню в Китае, не поддерживать китайцев. Нет. Это заломится. О, то, что надо. 1000 штук, М3×10. Теперь мне крутить, не перекрутить их. Класс. Ну, такое вот богатство. Цена вопроса около 15 евро. То есть получается, на Али все это продается по 50 штук, по 100 штук, и минимальный заказ там тоже около 10 евро. Ну, то есть как-то получается выгоднее сразу 1000 купить. Расходный материал. Ну, такие же, как используются при сборке компьютеров. Такая же резьба здесь. Мои, как бы, запасы компьютерных остались в Украине. Но тут пришлось купить, когда закончились те, что под рукой были. Подписывайтесь на наш канал. Вот, раз покажу вам, что я еще сегодня приобрел. Пользуюсь случаем, покажу. Вот влезает, да, в кадр. Такая алюминиевая пластина толстая, на которую я планирую разместить много фонариков. Вот. Тут что-то прикручено. Эту штуку можно открутить, снять. Можно с ней использовать. Видно. Была это какая-то штука, не знаю что. И вот таких вот два уголка. Тоже толстых, под светодиоды. Да, это же буду этими болтиками светодиоды притягивать к алюминию. Все это надо пошлифовать хорошенько. Будут у меня новые лампы. Подписывайтесь. Будем вещать.